У меня конечно. здесь А я не что-то зашел. происходит с типом. Я не могу. Он как будто роет землю, что ли? Я сейчас посмотрю. Эй, Крот. ты что делаешь? Нет, это очень забавно. Нажми на Т и скажи ему, что ты делаешь. По-моему, это же голосовой А чат. вот так будет еще интереснее, наверное, нет? Ну-ка. Он роет в меня. Ну расскажи, что ты делаешь такой, ёптить. Что там, нашел что-нибудь? Нет? Долго еще рыть? Все, я Так, а побежал. я взял пистик. Я побежал к тебе. Ты слышишь его, нет вообще? Где-нибудь? Да я вообще ничего не слышу. Ты замри нахуй. Да тут дело-то не в том, что я пиздец такой шумный. Тут вокруг очень много шумов просто. У тебя даже шлем есть? Да, второй. Блять, интересно, он что, съебался? Или он просто Он сидит? напуган. Так. Да блин, здесь вообще есть что-нибудь? Мне кажется, я его слышу. Оружие там. Слышишь? Мне кажется, он на втором. На втором, да? Он вниз спустился. Ты Со уверен? второго этажа. А, ну Да. вот, я тебе говорю. Ну я же говорил. Я же, блядь, слушаю, и мне страшно. Так, там типы сейчас сидят, нас будут сейчас хуячить. О! Да вот, по-моему, стоит тип. Что было такое? Это кто такой? Какой-то тип. О, стреляет, по-моему, по нам. Да. У меня один килл. Нормально, считается. Ты его чуть не проехал. Далеко. Далеко остановился. Все, заходи. Да я, по-моему, стреляли уже. Ну. Это стреляет, по-моему, стреляет. Забегай. Это с соседнего здания. С соседнего здания. Да-да, вон с того, Влад, видишь, в окне который. Угу. Или нет, подожди, еще кто-то есть. Остановитесь! Остановитесь все. Да, кто-то еще бежит определенно. На улице, по-моему. Это не у нас здание, точно никого я не нет. уверен, я не уверен, но просто шагов было дохуя. Там Никита бегает наверху. Да, он а явно... Никита, вот он, Никита. Смотрите, соседнее здание. Ну, еще очень очень плохо, да, расположено. Граната. Да я слышу. Это дымы. Если дымы, значит, там кто-то есть. Там кто-то есть. Стреляй, Влад. Он тебя не видел. Он тебя не видел. Зря, не сюда, не сюда.
Уйди, уйди отсюда, он сейчас будет кидать туда. Можете вообще... внизу? Можете выпрыгнуть вообще из здания. Да, они на втором этаже. Можете из здания выпрыгнуть. Влад его видел, но хорошо, что не стрелял, кстати. Ой, здесь, 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 здесь. Прыгнул, что ли? Да, ты второго. Я одного положил, второго добей. Иди, помогай, иди, помогай. И я его покоцал. Выпрыгивай. Второго. Он сейчас вот там... Стреляй, где... стреляй, стреляй! Хорош, хорош, хорош! Заходи внутрь. Хорош. Отлично, хорош, молодец. А там двоих мы в итоге положили. Ты только, чтоб тебя не ёбнули. Сидишь на месте. Ты, кстати, в зоне... Блин, отлично. Ты в зоне, садись на третий этаж. Ладно, я даже летать никого не буду запускать. Иди на третий этаж, перезарядись только, я тебя умоляю. Ну вот, две команды ёбнули. Сначала моей ценой, блядь, ценой моей жизни, а потом ценой Никитиной жизни. Как он его повалил, я хуй знает, конечно. С испугу, наверное. Стегать в окно с третьего этажа, я что, дурак? Не, там у тебя не отнимется. Чё, хуйня отнимется вообще. Так, проверишь. За спиной посмотри. Все, просто вбегай, нахуй. Блять, такой кривой, он тебя даже не увидел, блять. Лагает. А ты что там их палишь, что ли? Кто кого палит? Ой, это кто стреляет? Почему? Кто стреляет? Не я, не я, не я, в этот раз уже не я. Очень не рядом. Да, вижу тебя. Да, я слышу. За сеном, короче, 185 внизу. Попробую попасть. А я не могу по нему попасть. О, могу. Нокнул? Нокнул? Одного нокнул. Убил. Хорош. А кто по нему стрелял? Без прицела? Да. Ну, с голографа обычно. Но я его нокнул, значит кто-то есть еще. Ой, там машина горит, кого-то там пизда вообще пошла. Сука, лагает. Игра. Че, в зону будем пробиваться? Да надо, конечно. А мы недалеко, нам тут пешком идти. Пешком пойдем. Че, пойдем его лутать? Вниз? Да, по нему хуячили. Ты что там, с чего-то тяжелого? Ну, можно рискнуть, конечно. Мне прицел нужен. Давай я сгоняю. Мне нужен. Если что, давай, найдешь прицел, дай его мне. Давайте. Прикрывайте. Машинка едет на 140 я там за домами. Она уже приехала. Все. А, сука, хорошо попал. Понял. Ой, шлем почти сняли. Там где-то второй шлем у нас был, да? Не знаю, так, просто постреляю, значит, пугаю кого. Так, тут только один прицел. Да он там, за желтыми домами. Ладос. Ой, стреляет по мне козлина. Че говоришь? Прицел один только был. Добери, ладно. Так, шлемофона нету. О, он там лазит. За домами. Что ты окаешь? Ты скажи, где лазит? Да вон на СЕ, на 120, грубо говоря. Дома там. А, голубые, где голубой домик? Голубой и желтый. И там торчит у него машинка. Вон в окне козлина. Стреляйте по нему. Есть, попал, попал. Стреляйте, прикрывайте меня. Да он пока еще в доме. А он в каком доме? На СЕ, вот прям вот на СЕ. Блин, поточнее, там три дома, Никит, какой дом? Ну, самый левый, самый левый. Всё. Так, я пошел. Нет, он уже ушел от окошка. Ну да, он там был. Так, я пошел. Я ему прям высунуться не даю. За шлемом. Стреляй, да, чтобы он не это. Все, я прибежал. Да, я в сейве. Все? Да, да. Во, высунулся. Справа. Пацаны, где второй шлем был? Влад, ты где-то видел, помнишь? На этом, наверху. На крыше, что ли? К синему зданию пошел. На крыше? Да. На крыше прям? Да на крыше, ёпту. Да, на крышу прям. Блять. Влад, он к синему зданию пошел. Я там был и не помню, что оно там что-то было. В Лондоне, блядь. Так, меня, блядь, с крыши бы никто не убрал. У нас машина есть еще, если что.
попал. Ну, от кошки козлина. Что такое, что такое, кто по мне стреляет? А там не со спины? Куда по мне стреляет? Это где-то с той стороны. Стороны где-то 30-35. О, да? Это уже по мне. Шмаляют, блядь. Пидорасы, прыгать не могу. Все, повезло. Фу. Ничего. Я внутри. Давай, давай, давай. Чисто. Здесь. Я пошел направо. Так, здесь второй шлем есть запасной, если что. Мало ли что. Давай, я с тобой. Не, пистол. Все, смотри. Кто-то как будто сюда стрелял, да? Бля, бусты нужны, пиздец. Без них прям хуёво. Да всем нужны. Владу только пока не нужны. Так, мы в центре зоны, да? Охуенно. Смотрите, короче, кто-нибудь сопку на 190 где-то так. Я здесь буду смотреть. Блять, не энергетиков, нихуя, блять. Обычно так дохуя их. Ну вот один, вижу. Едет к нам. Что-то едет. К нам едет, да. По-моему, он, блядь, перелетел. Смотрите, его тут. Не, еще промчался джип... дальше. Тут... Джипарищик к нам едет. А, мы. Это они к нам приехали. Остановился где-то. Да, к нам приехали. Да. Смотрите, внимание, слушайте. Не топчись. Да, я все, я готов. Ой, а. Стреля. Так, ага. Соседние бетонки заняты. Там типы сейчас между собой будут хуячиться. Че, вы нашли его, нет? Не-не, ждем. Не ищем, а засели. Влад, не-не, ты бы чуть подальше. Вы пытайтесь его найти, потому что я-то тоже на открытый тут сижу. Мне же надо тех типов смотреть. Блять, мы на краю зоны прям. Да Никит, не прыгай, ты ёпта. По вам, да, палит? Что-то идет, что-то идет, что-то или. Да хрен знает. Блять, да где он? Главное испугаться меньше, чем он. Там кого-то прям рашат, как я не знаю, а ты потому слышишь? Что это все он, слышат? Это он, скорее всего, там. Если это не по вам, то это по нему стреляли. Тут другой вопрос, блядь, где он сейчас теперь? Потому что я очкую справа, что могут меня ёбнуть, нахуй. Ну у нас нет ничего. У нас задача отсюда сейчас зону закрыть, чтобы сзади за спиной у нас никого не было. Они сейчас все отсюда пойдут сюда, к нам. Надо просто хуячиться и все. Мы в зоне, нам можно не бояться. Бля, я тоже пострелял. Никит, крой ту сторону, я эту. А, да там ты муж сидит. Я здесь. Ну я понял, понял, понял. Не-не-не-не-не, вы там смотрите вдвоем. Я справлюсь. Главное, блядь, типа этого найдите мне нахуй, чтобы я не очковал его. Так его. У нас все чисто здесь. Ты уверен? Да. Смотрели сюда. Так, джипарь едет. Это по нему хуячит. Остановились. Ой, нашу Мираду убрали. Она еще и без колеса. Так, ну без колес, понятно. Ага, там вообще месиво, блядь. Тут типы летают, нахуй, просто. Сидите, сидите на месте, Ники, хватит бегать, блядь. Я сижу. Нахуй, я ебал. Я просто смотрю кино, блядь. Я смотрю, как бегает этот двоечка у меня по всему экрану, блядь. Так, ага, они там вокруг бетонки бегают. Надо поймать момент, когда надо их ёбнуть. А кто Мираду-то украл? Пиздец, представь, я даже не увидел. Откуда он выбежал, блядь? Мне страшно стало. А иди, вон... иди болик у меня возьми. Болик? А, давай. Что происходит? Тихо. Я чуть-чуть пострелял, типа. Пусть они знают, что здесь народ есть. Им-то сейчас оттуда выбегать надо. Ай-яй, да, сейчас нас зона подожмет. Пусть поджимает. Смотрите, чтоб никто никого не пропустили мы здесь. Там кто-то не занят. Вон все, побежали они. Типы сейчас справа от нас будут. Так, все. Еще. Справа у нас будут типы. Справа от стены. От справа тебя, Влад.
стой. У нас. Блять, пробежать будем нахуй. Все, я сос... Куда бежим? Они прямо у вас за стеной там сидят. Ничего, сидим пока. Пока сидим. Они будут нас ждать. Я смотрю за ними. Сзади не должен бежать. Так. Где? Сейчас, они там на улице. Они к вам будут заходить, так. Наверное. Идет. Еще один. Ко мне идет. Хорош. Еще один, да, там где-то? Не беги за ним, тебя сверху убьют, беги. Блин. Ползи в ванду, ползи. Ползу. Тебя сверху. Ну все, ты минус. Ко мне, заползай. Блин. Стой. Не, пойдет сейчас. Нахуй ты полез, он убегает, что ну, ли? Ну что делать, надо же тебя спасать. Граната. Не, это дым. Что, убегаю? Прячься, лечись. Не вижу его вообще. Убежал. Ну я просто в дым стрелял, у меня выбора не было. Зона пошла. Слишком много дымов, блядь. Блядь, а какой его. А, типок, ему. Идет за тобой, еще да, не видит, дальше. У меня зона. Хорошо, сняли. У меня зона, я. Он по кругу начал бегать, я бы его захуячил. Да. Так. Где же мы там засядем-то? Мы там засесть. Ты стреляешь? Да, я просто стекло разбил. Блять, можно было кулаком дать, в курсе? А, да? Да. Просто, блядь, ты палишь наше положение вот так вот. Ну так получается. А нам бежать вниз. А там в домах типы сидят. Пиздец, а эти дома прям в центре. Поехали, бежали. Камни, можно за камни прыгнуть. 15 человек еще. Ой, а зона там. Да ну нахуй. Я это. Не... Там кому-то вообще повезло. О, вон укрытие есть. Если успеем. Открыто слишком. Вижу типа, от нас убегает. На 75. Угу, понял. Не стреляй туда. Хорошо. Еще на 140, там по низу бежал. Хорошо. Он за горой на 140 там бежал. Тихо, не пались! Блин. Ну, блять, не добил его, сука. Зачем ты опять так побежал? Выходит. Понял. Все, я вижу его, он у меня. Он меня выцеливает. Готов. Там граната, я впереди. Все, сидим рядом здесь. Так, у него есть эти, бери аптечки, туда хуя всякой хуйни. Стой, сейчас мне нос нужен. Все, сосну я твою. Так, и до зоны нам чуть-чуть, отлично. Так, нам значит надо спину стоять, чтобы нас также не ебали. 14 живых. И слева наверху тоже могут быть. С
Смотри, у него может быть эти есть. Опа, это Сэмки кто-то тут стреляет рядом. Так, все, я все взял. Все, все, сидим, ждем пока. Ждем. Вообще место, да, хорошее. Блин, не в зоне тут. Все, не в зоне, но пока ждем, подожди. Мы пойдем, когда будет это. Нас никто ждать не будет. Mm-hmm. Или если хочешь, можешь сейчас пойти. Не-не, давай подождем. Сейчас они как раз там постреляются. Сиди, сиди пока. Я попробую найти, где он тут. А, вон откуда он там складет. Ну туда, перебирайся потихоньку ко мне. Тут никого уже. Давай. Очень тихо и нагнись прям, блядь, да. Там мотик он стоит. Так, по низу никого. Во, вижу, на 115 двое идут. 115. За камнем, за моим? Да-да-да. Ну там чуть далее. Подожди, это сзади стреляют. А, это ты стреляешь? Да-да-да-да-да. Я камень, у меня камень. Глушитель. Со мной за камень. Сейчас. Там, где мотоцикл валяется, всё, вот там. Сидим, сидим. Просто сидим здесь, мы в зоне, блядь, и нам нихуя не надо. И за спиной у нас. Сидим, сидим, я это. Сейчас только помощнее возьму. Ой, вы на там выходит. Не знаю, спалил, не спалил. Это он туда стреляет? Не, он стреляет вдаль. Да-да-да. Можно пострелять по нему. Блять, все. Все, он в будке. Мы спалились. Не высовывайся. Граната полетит, если что, смотри, осторожно. Да-да-да, я... Терять нечего, да. Терять нечего им. Они... Нам сейчас главное отстреляться, нахуй. Сел бы чуть пониже. Мне ты мешаешь, если честно, чуть-чуть. Мне просто надо и там, и тут смотреть. Так, сезонка пошла. Она прямо у нас сейчас за спиной будет. Mm-hmm. Они сейчас будут месить типов, которые с той стороны подойдут. Так, слева никого, сзади никого. Лови, лови, поджимает, поджимает. Ага, вон, видишь, месиво пошло. Да-да-да, ты стреляешь. Вот, все, там веселуха. 6 человек осталось, 2, 3 команды всего осталось. Давай, не лазь, не лазь, не лазь. Все, тогда сидим. А нам надо понизу идти. Стой, дай назад чуть-чуть. Так, а если мы зайдем? Да не, я, мне кажется, не нужно пока светиться. Блин, ты уверен? Давай, это за камень. Ко мне давай. Просто беги. Блять, конечно, хуй постреляешь. Просто садись, садись просто. За камень. Вверх, чтобы да. Тебя сверху не ёбнули. И справа. Он сверху пойдет, где-то на 65, оттуда пойдет. Понял, я нашел. Тихо, тихо, сядь, сядь сюда, Никит, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Все, понял, он намного ниже. Лечись, не-не-не, он не ниже. Он на 8, на Е, ровно на Е. Граната полетела, не долетит. У нас осталось 2 на 2, понял? Бежать им надо, они не в зоне. Бустись, короче, эти все используют, эти энергетики, хуетики, нахуй, все. Главное, чтобы они нас не обошли сверху. Не, не обойдут. Не беги! Да, пошел, пошел. Да блин, у меня тут скользко. Штормит тут, капец, как. Нихуя, ты не туда кинул. Гранатка, смотри, смотри, смотри как. Чётенько. А, вон он, выцеливает тебя, блин. Понял, вижу, вижу, и одного, и второго. Наверху, наверху, наверху. Типа. Я вижу, их там два. Блин, зона. Давай. Да, ну и я следом. Ай, блядь.
Зона у них была. У них? Да, да, да. Ты по нему, да, упал? Да, да, да. А ты откуда стреляешь? А, понятно. Ну тут местечко такое нормальное. Он его башка. Опа! Блять, я ему в бошку дал, и он мне в бошку дал. Ай, шлем нужен, блять. Мой пробитый. Тут нет второго шлема один. Не, не вижу. Так, а мы почти в зоне, да? А, ну, у нас, в принципе, ситуация, конечно, говно, потому что те типы по нам сейчас палить будут. Не стреляй, подожди. Откуда он тут едет? Что-то едет. А, они по мотику по-нашему стреляют. Ну да, пусть стреляют, да-да-да, вот здесь местечко хорошее такое. Вот туда прямо перебежать, в принципе. А, есть попадание. Оп, я перебежал. Ща-ща-ща. Дверь открыта, если что. Для тебя. Угу. Нам потом будет отсюда удобно подняться. Все, я бегу. Прикрытие? Бегу. Не-не-не, он там... Я в него хорошенько попал, он там... Хватается. Не знаю, ну прям очень хорошо. Кстати, тут прям вот его окно видно, а он нас может не видеть. Давай постреляем. Все, надо только его различить там. Ну это только ты. Не, отсюда только ты можешь пострелять, я что-то не вижу. Ну я если полезу, то буду тебе мешать. Там. А, проследи там, куда джипик едет. А я не видно, блин, нигде еще. Тебе восьмерочка точно не нужна? Кто? Она все еще с... восьмерка, прицел. Она все еще со мной. Ну давай, у меня место тут охуя. Давай. Мне нужен этот. Товарищ. Товарищ, второй шлем. Посвежей. Ну давай, выгляни ты, педрила. Да, он, видно, понял, что не вариант вылазить там. Ну просто, может быть, к ним там пришел кто-то. Так, к нам бы тут никто не пришел. Это у нас. Ну я... Это у нас стреляют на бетонках. Я вообще смотрю на бетонки, ничего нет. Не видно. Я пока пошел тогда на твою позицию. А у тебя какой прицел? Четверка. А где ты говоришь, здесь хорошо видно его? Ни хрена его хорошо не вижу. Окно видно, а его-то... его там не видно. Так, меня сейчас больше вот эти типы сзади интересуют. Сейчас возня какая-то будет, надо будет в окно прям выпрыгивать. Поэтому... Ну я пока их я вот так сделаю. Бетонки. Ты разбил окно или да, что? Да. Все, видел какой. И вот это вот что. Так, наверное, я тогда смотрю. Мы закрываем зону. Там. Видишь, тут у нас сейчас зона типы попрут. Блин, ну в бетонках я себя лучше чувствую, конечно. Ну, естественно, блядь. Главное не лохануться, блять. По-тупому. Здесь пока никого вообще не видно. Вот смотри. Я пока этого буду рассматривать. Так, зона пошла. Так, движется, она движется, у него... движется. Тот... Зона движется? Ну да, она вот к нам пришла. Так, пора уже начать. Нам теперь надо наверх двигаться. Что, пойдем? Сейчас, за спиной. За спиной, типа, тихо. Вот он у нас тут. Он сейчас, наверное, лечиться будет.
Да, точно. Ах ты ж. Двоих уебал, представь. Хорош. У меня осталось... Ты их вообще нашел? Они бежали, я же постоял сзади. Я же тебе говорю, надо стоять сзади. Это опаздывающие типы. Нихуя зажал. Ай, покоцали мне все нахуй. Так, чё, у меня есть полная аптечка, большая. Давай, на, лови. Пригодится. У тебя у самого нормально там все? Да, у него, да. Так, нам надо наверх, на дом, на этот. А вообще, по-хорошему, давай. Надо их подлутать. Успеем? Да, 50 секунд еще. И прям валим отсюда. Так, энергетик. А у этого чё? Чё? А, у этого компенс есть. Отлично. Пятерок до хуй еще у него. Так, здесь что? Понятно. Короче, я им разнес тут шлема нахуй все. А что у них по этим? Крыска. По броне, а что, нет брони что ли? Ладно, пошли, Никит, надо подниматься. Делим. Сейчас зона пойдет. Ситуация говнище вообще. Редко смотрю. Справа у нас будет сейчас чуть правее типы. У нас. Или это ты бежишь? Это я. Вижу, вижу, типа. Вот он, перед нами убежал. Где-то здесь он, прям под нами. Так, а мы там уебемся, если честно. Интересно. Вон он, вон он. Ой, вон тут он. Два. Там деревья. У нас хуёво. Блин, лажа. Нам надо прям за дерево садиться. Да, 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 давай. Ну, вроде они не видят, бегут, не видят нас. Это хорошо, я успел вроде. Все, зона, зона. У меня здесь зона уже пришла. Все, я сел. А, все, я понял, где они. Вот к этому дому надо. Здание забежали, да? Да, надо прям к этому дому. В окне я уже видел этого типа, он в окне. Все. Скорее всего спалил. Давай, двинься еще чуть-чуть. Один вырубил. Да. Заходи, заходи, заходи! Заходи, меня! Ах, ты ж собака!